Служба по отлову диких, сука, животных. Проходите. А? Так, где в последний раз вы видели эту тварь? Я сидела, играла в доту и вдруг увидела... Все предельно ясно. Это сраный виномансер. Обычно это чмо прячется под одеяло. Попался! Toxic attack! Вы отправите ее в зоопарк? А я переживала за нее. Хорошо, что я позвонила именно вам. Не беспокойтесь, с ней все будет хорошо. Мы русские, никогда не обманываем друг друга. Спасибо. Ах ты, блядина. Всем привет, и сегодня мы готовим змеиную запеканку. Ни в коем случае не снимайте защитный костюм, а иначе змея может прыснуть на вас кислотой. Пока змея не очухалась, ей необходимо сделать секир башка. И немедленно избавьтесь от головы, пока она вас не укусила за жопу! Далее проведите ножом до блядского хвоста, и из образовавшегося разреза вытащите все дерьмо! Чтобы полностью нейтрализовать яд брюшной полоски, нафаршируем эту сволочь ананасами! Осталось кроме переложить змею в фольгу! И для нажористости немного сдобрим майонезом! Чуть-чуть приправки не помешает! Готово! Запечатаем как следует и отправим нашу засранку в раскаленную печку! Пришло время! Проверим, что у нас получилось! О боже, какая вкусняшка! Я бы хотела ее навестить. В каком зоопарке ее можно найти?